Всем привет, ребята! Вы на канале kukovimovie.rf. С вами Яшка, и мы поиграем в Пиги. И сегодня я вам покажу, как пройти самую тяжелую карту в Пиги Бук 1, именно город. Это самая тяжелая карта, она самая огромная. И вы спросите: Яшка, почему ты играешь один? Потому что, ребята, в Пиги теперь бесплатные VIP-сервера. Да, наверное, для вас это удивление. И сегодня мы постараемся пройти эту замечательную, красивую карту. Ну, не красивую, а сложную. Сейчас мы прогрузимся. Я все карты в Пиги прошел, Пиги Бук 1, и все карты в Пиги Бук 2. Так, смотрим. Мы пришли, получается, в безопасное место. Итак, смотрите, тут будет ходить бабушка и слонник. Наша задача, ну, сбежать, открыть ключики, попасть в безопасное место. И, в принципе, все. О, смотрите, зеленая карточка. Я знаю как раз, где она нужна. Но главное, чтобы меня не прибила бабка. И еще сейчас заспавнилась слониха, и мне точно пипец будет. Так. А тут будет, ребята, оранжевая и дощечка. Давайте возьмем оранжевую карточку. Так. Но нам придется бежать с вами в другое здание. Итак, знаете, вот она, бабка. Ай! Вы видели, что сейчас было? Они меня просто чуть не убили. Это просто жесть какая-то. Вы просто видели? Она там, Элли, почти в миллиметрах была от меня. Я не знаю, как я выжил, ребята. За такое выживание нужно поставить лайк, чтобы я точно прошел эту карту. Так, тут нужна карточка. И тут у нас динамит. В принципе, я знаю, куда его нужно деть, так что никаких проблем. Главное сейчас не напороться на этих двух свиней, а то мне будет обидно. Так, давай. Что-то мне как-то страшно тут ходить. Так, смотрите. Подрываем. Смотрите, тут огнетушитель. Он нужен в двух местах. Правда, эти бабка и Элли, они так мешают на этой карте. Ну, они ж пиги, это понятно. Но тут, ребята, сейчас, знаете, в чем прикол? Тут Элли быстрее, чем бабка. Понял, ты в шоке? Я тоже. Итак, голубую карточку давайте возьмем. Давай. Отлично, у меня... Теперь есть... Ой. Смотрите, какая у нее скорость. Это не скорость. Это бабушка, правда. Так, смотрите, тут есть трава и красная карточка. Нам бы сейчас бы очень пригодилась трава, потому что не хочется как-то бегать от двоих. Знаете, что главное? Я вам даю совет, кого надо оглушать, а кого не надо. Оглушать, ребята, лучше надо именно Элли, потому что она жесть на этой карте. Она супер быстрая, а бабка вообще медленная. Так, я оглушил именно Элли. И это очень хорошо. Кстати, у нее прикольная музыка. Так, давай, подбирайся. Отлично, я иду открывать красную карточку, которая находится на этом этаже. И... И тут, ребята, гаечный. Хорошо, что, по-моему, гаечный нужен только для одного места. Ой-ой-ой, кажется, за мной гости, ребят. Да-да-да, вот это, конечно, жесть. Так-так-так-так, быстро сваливаем. Так. Так, у меня почему-то все лагает. Так, смотрите. Осталось дать морковку и найти код.
Но сейчас, ребята, самое главное не это. Так, смотрите. Нам нужно потушить пожар. Нам должны дать золотой ключик. Плюс еще нам должны дать... Как его там? Кот. Вот, вот, вот. Фух. Так, смотрите. Бабка там. А Элли? Элли уже вышла из оглушения, да? Ну, надеюсь, нигде меня не поджидает эта слониха. Мисс слониха. Ау. Мне так хочется, чтобы я встретил Элли в Piggy Book 2. Хотя, ребята, ей хотят сделать новую модель, кто не в курсе. Так, давай. Отлично. Дощечка мне нужна для кое-какого места. Так, смотрите, ставим доску. Но теперь самое интересное. Нам надо бежать за огнетушителем. Но проблема в том, что здесь опасное место. То есть здесь две лестницы. И тут будет вас поджидать Вас могут поджидать целых две барышни. Это Элли с одной стороны. И... Фух, как... Что сейчас... Почему Элли такая? Сегодня что с ней происходит вообще? Она мне попадается? Просто на глаза я от нее уворачиваюсь. Элли, не пугай. Так, смотрите, огнетушитель еще не заспаунился тут. Это очень замечательно, потому что это самая маленькая комнатка, ребята. Так, берем. Давай, берись. И мы бежим. Главное, чтобы нам сейчас не преградили путь никто. Так, смотрим. Бабка бежит, но я быстрее. Так, смотрите, я тупо дал траву зизи, и она тупо оглушила их. Так, смотрите, время бежит, ребята. А Яшка смеется. Так, смотрите. В принципе, можно сказать, что мы уже все открыли. Так, смотрите, главное не упасть. Если вы упадете, вы умрете. А, нет, не открыли, смотрите. Итак, нам остается добыть кот. Что очень легко. Ой, кот. Морковку. Можно ее выбегать, но делайте это аккуратно. Смотрите, она сейчас, если я буду ее багать, то эта слониха, вы же сами знаете, какие слоны шустрые. Итак, ребята, я не могу найти золотой ключ. Что это такое? Фиги, алло, разработчики, ну, Минитун, ну, где он? И слушай, я в шоке, если тут его не будет. Его тоже тут нет, ребята. Пипец, придется багать ее, что ли. Так, смотрите. Так. Так, ребята, главное, чтобы меня... Все, ребята, фигушки. Жалко, что я не показал вам, где лежит золотой ключ. Но, мне кажется, вы его найдете. Но я бегу выходить, ребята, это нереально тут выживать, тут просто супер экстрим. Но я его прошел, этот экстрим. И мне сейчас дадут хорошую наградку. Так. Давай, пони. Давай. Ну. Выходим. Фух, я не проходил город? Чего? Странно, слушайте, я не проходил город, прикиньте. В общем, ребята, вот так вот. Ну, а вы не забывайте ставить лайки и подписываться на канал kukovimovie.rf. Ну, а всем, ребятки, пока-пока.